Хочешь заниматься в фитнес-клубе, подходи к тренажерам и смотри, для какой части тела этот тренажер. Это как для человека, который захотел построить дом самостоятельно. Ну, идешь, в принципе, в строительный магазин и спрашиваешь, вот, кирпичи для чего цемент. Он узнает для чего и попробует сам построить дом, никогда до этого не делал. А на самом деле, просто знать, для какой группы мышц это упражнение, этого недостаточно. Нужно подобрать комплекс упражнений индивидуально, нужно подобрать нагрузку в этих упражнениях, последовательность, периодичность тренировок в целом. И более того, эти нагрузки, эти упражнения должны регулярно меняться для того, чтобы менялось тело. Поэтому, если ваша цель больше, чем просто разогреться и поддержать себя в тонусе, если вы хотите что-то изменить в теле, то просто знать, для какой группы мышц этот тренажер, будет очень и очень недостаточно. И, конечно, важно не просто знать, для какой группы мышц это упражнение, важно его научиться делать технично. Здесь, конечно, нужна помощь специалиста. О том, как это сделать упорядоченно, системно, комфортно, я рассказываю в своем блоге, на который предлагаю подписаться.